Пикабу! Привет, друзья! Вы на канале Дуда Шоу ТВ! Ну как вам это попыт единорожек? Крутой? Хотите себе такое же? Тогда оставайтесь со мной и поехали! Вам нужна будет цветная бумага. А если не хотите бумагу, то можно краски или карандаши. Или что-нибудь цветное. А главное, вам нужен цветной формирант. Карандаш, okay. Ножницы, okay. Клей, okay. Форма для поп-ита. Okay. Еще нужен плотный картон. Okay. А может быть, вы захотите блестящий формирант? Рисуйте сами. А еще вам может понадобиться ваша мама. Пистолет. Силиконовый. Если ты совсем маленький, кладем формочку и обводим карандашиком. А еще нам понадобится циркуль. И мы сделаем кружочки. А теперь обрежем еще по линиям и обклеим бумагой с одной стороны. Сделали? Кидаем в сторону. И делаем такие вот лепесточки из цветной бумаги. Обведем и вырежем. Надо столько, сколько здесь дырочек. Окей. Наносим клей и клеем на кружочек и уголочком на серединку. И так делаем со всеми. Вау, мне уже нравится. Как спиннеры. Может, так и оставим? Нет. Все-таки сделаем. И okay. Теперь вырезаем отсюда кружочки. Но для начала обклеимся скотчем, чтобы он потом не вымазался. Готово! А теперь надо позвать маму. Мама! Что? Ты берешь формирам. Ну что, проучужим наш формирам? Да. Нужны духи, чтобы сделать форму полукруга. Мама сейчас греет формирам. Это важно. Ведь там крысочка удачная. Форму продали, а теперь вырезаем по кругу. Салют! Руки вверх, вы окружены. Ну что, будем клеить? Да. Давай, ты расставляй по цветам. Ура! А я буду клеить. Вау! Мама все клеит на горячий силикон. Делать это надо очень быстро, пока формирант не застыл. Угу. Осталось соединить только две половинки. Дело сделано. Смешная. Ну как, друзья, вам мои супер попытки Simple Dimple? Я считаю, что получилось просто бомбичешки. Если ты со мной согласен, то ты
подписывайся на мой канал и заходи на мои новые видео. А на сегодня все.